Американские военно-воздушные силы нанесли удары по позициям боевиков ТГИЛ в Ливии. В Пентагоне сообщили, что с подобной просьбой обратилось к американскому командованию правительство. Бомбардировкам были подвергнуты отряды террористов в районе портового города Сирт. Он считается ливийской столицей ТГИЛ. По словам премьер-министра, боевики понесли тяжелые потери. Отмечу, авиаудары стали первой военной операцией подобного рода, которую США провели вместе с правительством Ливии. Число боевиков ТГИЛ в Ливии сократилось и составляет сейчас, скорее всего, несколько сотен человек. Ранее армия страны сама боролась с террористами и о помощи не просила. Теперь они запросили поддержку прежде всего в виде высокоточных ударов по конкретным целям. Мы готовы наносить их по запросам правительства национального согласия.